Кто там охотится, а? Тарелка мешает. Потом скажи, я поймал. Сейчас я уберу. Алло. Алло, да. Здравствуйте. Ах, серьезная охота. Серьезнейшая. Серьезнейшая. Ой, да боже мой. Ой, фух, поймали, фух. Ой, ой. Ой, там варится картошка. Куда ты лезешь на горячую? Песик. Красиво так делать, а? Песик, выходи, нельзя. Кушай птички и яблоко. Элвис. Элвис. Ну, Саша, ну весело. Персику весело, видишь? Сыгрался. Персик любит Элвиса и Мадонну очень. Ой, мои дети, ой, а это у нас наблюдатели. Не трогай, нельзя. Это наши птички. Кушай, на. Кушай, маленький. Давай, давай мне яблочко. Иди, иди, мой маленький. Тут столько охотников в этом доме, что кошмар. Быстро ешь, быстрее, пока никто не забрал. Напомни, бросай. С какой злостью мы кушаем теперь. Я так и бросил, а? Так и бросил. На. Только ходишь и заметаешь за ними. Терри, ты смотришь за попугаями? Молодец. Умничка, Терри. А Мадонна молодец. Сверху наблюдает. Научилась у Греты, у Мёдхена. Напомни, бросай. Папе, папа там кто-то себе варит кашу на телевизоре, который Марсель кушает. А мёдки, а персику тут сразу скучно, Саша. Сразу персику расстроился, ловить некого. Персик, а что ты делаешь во дворе, когда ходишь? Рассказывай. Наверное, птичек ловишь, да? Втихаря. Мне нравится, Элвис уже не подходит близко. Говорит, что-то такое подозреваю. Все подозреваю. Лунтик сидит под дверью. Уже полдня мечтает зайти. Я его открываю, он каждый раз хочет, чтобы кто-то вышел к нему. Заходи. Заходи. Я закрываю двери. Попугай летает. Так. А где Мадонна, Саша? Я не вижу. Была... А? Все, персик, все улетели. Фух. Вот такой песик, вот такой песик. Хотел птичку поймать, не дали. Облизываться. Вкусная была птичка. Там во двор надо ходить и охотиться на чужих. А свои это все друзья. Да. Так, а теперь у меня уже кто тут? Все, персик такой попугай не заинтересовал. Никак. Так, это у нас Кристина, раз почесать. Пришла. Персик, тебя не заинтересовал этот попугай, да? Видите, маленькие были, ему было весело. Большие. Он сказал, до свидания. Играйте сами. Ну там все по черепаха стучит. Леопольд. Так, последний раз спрашиваю. Последний раз. Попугай тут далеко. Лунтик, ты будешь заходить или нет? Считаю до трех. Раз, два. Не успел. И так целый день. И что с ним делать? Лунтик, быхом домой.
Где рыся? Оставил на дворе ее, да? Рысю во дворе оставил? А я всех кормила, где ты был? Теперь насыпаем его отдельно. А потом все коты жирные из-за таких коты. Которые... А там рассыпано сколько? А ну давайте доедайте, ничего не буду насыпать. Все валяется, еще никто не влез, ничего. Нюхает, Лунтик двором пахнет, пришел. Персика не заинтересовала попугай вот Кристина. Он сразу ушел, посмотрел, что Кристина пришла. Ну ладно, я пошел. Кристина сильно большая для меня, ловить ее. Тут вот пока ничего, небольшая разборка. Лунтик, конечно, пришел со двора, немножко голодный. Чуть-чуть голодный. А тут кто-то кого-то поймал. Да, поймали. И вот так. Теперь осталась во дворе одна рыся. Будем тоже каждые 5 минут открывать двери.